3 декабря в воскресной школе Центральной Церкви «Благая Весть» состоялся урок «Первое Рождество». Занятие прошло в рамках программы «Академия суперкниги». Для многих детей Рождество – это обычный праздничный день, в центре которого угощения, подарки и украшения. Именно поэтому важно донести истинный смысл евангельского праздника и его значение для мира и каждого лично. На занятии дети посмотрели рождественскую серию первого сезона суперкниги, в которой главные герои Крис, Джой и Робик знакомятся с настоящей историей Рождества. И мне лично очень нравится работать с суперкнигой, потому что она погружает тебя сразу в атмосферу другую совершенно. И тебе не надо держать внимание ребят, тебе не надо их мотивировать. Ты сам становишься как маленький ребенок, который там вместе с героями ощущает вот это пространство, вот эти детские впечатления от того, когда ты что-то делаешь, может быть, где-то не так. И главное, что вот та истина, которая есть в Библии, и которая касается тебя периодически на проповедях или еще в тайной комнате по-разному, она начинает действовать там, в темноте, вот во время просмотра этого мультика. Это очень круто на самом деле. И главное потом только это удержать. Мы работаем здесь по программе «Суперкнига». Эта программа для нас сейчас новая, но мы ее осваиваем. Она очень удобная, очень хорошая. И по сравнению с предыдущими заметна конкретная разница в качестве, а также приспособление учителя полностью к программе. По окончанию просмотра вместе с подростками команды «Поколение Христа» дети выучили библейский стих и в игровой форме закрепили полученные знания. В конце занятия координатор проекта «Суперкнига в России» Лариса Межуева рассказала детям, как каждый из них может общаться с Робиком, подарила буклеты и ответила на интересующие ребят вопросы. С суперкнигой я познакомился более 25 лет назад, когда еще был ребенком. На тот момент у нас не было интернета, и поэтому библейские истории мы могли читать только в книгах. Но я очень хорошо помню, что у моего соседа была суперкнига. У него я посмотрел мультфильм впервые. В течение этих 25 лет большинство историй из Библии, которые я знаю сегодня, я узнавал, смотря суперкнигу. Я вспоминаю, как однажды в детстве у нас дома с ночевкой остался наш дядя. На следующее утро он молился, а затем попросил рассказать меня о Рождестве. Я знаю, что я никогда до этого не читал о Рождестве в Библии, но я помнил, что смотрел об этом серию в суперкниге. Поэтому я начал пересказывать ему серию. И забавно то, что я рассказал о Рождестве так, как будто Крис, Джой и Робик были реальными героями, потому что суперкнига для меня была единственным источником знаний, несмотря на то, что я посещал воскресную школу.